Государственный фонд содействия реформированию ЖКХ в ближайшие два года окажет финансовую поддержку Белгородской области. Сегодня были подписаны соглашения на 2020 и 2021 годы о федеральном субсидировании переселения граждан из аварийного жилья и о модернизации системы водоснабжения и водоотведения региона. Четыре платежки и на программу переселения 20-21, там 57 миллионов. И на программу модернизации 124 миллиона уже на счету области. Спасибо большое. 57 миллионов рублей на проект переселения – это первый транш. Общая сумма субсидий из фонда на 2020-2021 годы составит 190 миллионов. На сегодня в области 234 многоэтажки входят в списки аварийных. В них проживает более 6 тысяч человек. Расселение домов изначально планировалось завершить до 2025 года. Но эти сроки власть региона решила сократить, чтобы реализовать программу быстрее. Кстати, это первая область в стране, которая берет на себя обязательство выполнить переселение людей за два года. У фонда сегодня есть возможность. Я возглавляю, вы знаете, НАБСовет. Мы как раз на НАБСовете принимаем решение о выделении средств для тех, кто перевыполняет план. То есть, если за два года Белгородская область выполняет план переселения из аварийного жилья, а жилья аварийных, к сожалению, не бывает, то мы сможем финансировать и дальше уже следующую программу. За счет чего возможно ускорение работ? Это вопрос мы задали губернатору Белгородской области Евгению Савченко. Во-первых, это желание наше. И во-вторых, это желание тех людей, которые ждут уже годами переселения, даже десятками лет. И в-третьих, у нас очень мощный строительный комплекс. И никаких проблем нет для того, чтобы их обеспечить дополнительными заказами. И они к этому готовы. Что касается модернизации коммунальных сетей, на сегодня средний износ водонапорно-канализационных объектов в регионе составляет 74%. До 2022 года продолжится масштабный ремонт и строительство новых систем, как водоснабжения, так и водоотведения. Если в 2019 году на это потратили более 700 миллионов, то в ближайшие два года в 2,5 раза больше.